слушал разговор моей матери родной с сестрой этой твари, средней сестрой. Вроде как она уже приехала в город. Либо должна сегодня приехать. Было слова ключевые: сегодня и город. Как мне сделать лучше? Ну, неважно как, убрать эту тварь со земли вообще, любыми способами. Уже. Ну ты как хочешь, чтобы я это сделал? Мне все равно. Ну как мне? Ну как все? Чем меньше криминала, чтобы меньше криминалисты цеплялись, да. Если будет криминал, короче, начнут копать. Ну ты же понимаешь, что это не просто так, ну, человека убрать. Ты отдал уже деньги? Да. Все деньги да. Отдал. Руки за голову! Руки за голову, я сказал! Руки к себе, к груди колени. Став. Голову вниз. Смотри дальше. Все, не все. Все.